Ну, сегодня на базе ЦСКА ВМФ на Ленинградском шоссе, дом 25, проходит соревнование, организованное военным спортивным обществом ЦСКА ВМФ при поддержке Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклеон». Проходит достаточно увлекательное соревнование по гребле на гребных тренажерах «Концепт-2». Соревнования посвящены Дню защитника Отечества, и сегодня мы в нескольких возрастных категориях проводим так называемые соревнования по так называемой прогрессивной системе, то есть дистанция одна, 300 метров, каждый соревнуется сам за себя, командного первенства у нас нет, и значит, в каждом заезде по 6 человек, из каждого заезда по 3 человека выходит в следующую стадию отборочных соревнований и потихонечку добираются до финальных стартов. Общее количество участников порядка 150 у нас сегодня собралось, начиная там с совсем маленьких детского возраста, это год рождения 2000-2002, и заканчивая взрослыми, все в одной категории, ветераны гребли и любители. Боремся очень интересно, увлекательно. Скоротечная дистанция, то есть у взрослых в среднем она занимает где-то в районе 50 секунд. Вот, и как бы от первого до последнего метра приходится бороться и добиваться своего места в следующей стадии соревнований. Да, второй год подряд на базе, еще раз повторюсь, ЦСКА ВМФ проходит соревнование, посвященное 23 февраля, и соревнования на гребных эргометрах. То есть мы пытаемся, так скажем, увлечь греблей новые поколения, молодые поколения, да, на своем примере немножко показав им, что мы, ветераны, любители, теперь уже все-таки занимаемся, посвящаем этому время, то есть это делает нас здоровыми и активными в жизни.